Я думаю, что этот теракт последнее на самом деле, что ухудшает наши отношения с Соединенными Штатами. Тут есть некий вопрос, связанный с пребыванием одного из братьев в течение полугода в прошлом году на территории Дагестана. Нет никакой проблемы сейчас подробно выяснить, что он делал, с кем он был связан, представить эту информацию американским следственным органам и подвести черту. Это абсолютно не проблема нас разъединяющих. Нас разъединяет совершенно другое. Мы живем в разных цивилизациях. И мы, как сообщество, испытываем к Соединенным Штатам те же чувства, что и большая часть мира. Зависть, обиду и ненависть. И мы не в силах себе эти человеческие качества преодолеть. Ничего другого за нашим антиамериканизмом не стоит. Когда мы сможем избавиться от этих дурных для человека качеств, и посмотрим здравыми глазами, мы увидим, что на самом деле противоречий реальных в политической или в экономической сфере у нас Соединенные Штаты очень немного, и они все, их все можно регулировать.